Особое мнение на 101 FM. Добрый день. Начинается программа «Особое мнение». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова. А в гостях у нас сегодня общественник, бывший директор АТП Денис Пырлок. Ну вот я надеюсь, что Денис с нами на связи, и он нас слышит. Мы разговариваем сегодня по телефону. Денис, слышите нас? Да, слышу. Добрый день. Да, добрый день. Все прекрасно у нас получилось. Мы долго пытались настроиться. Денис... Начнем разговор, наверное, обычно мы с вами разговариваем о транспорте всегда. Давайте сегодня начнем немножко с другого. Новый глава региона в Кировской области, вот уже больше месяца он тут. Не знаю, ну что вам нравится, что не очень, что он делает хорошо, что плохо. Вообще правильно он начинает тут с нами пытаться наладить связь? Ну, безусловно, за месяц даже в таком регионе, как Кировская область, тяжело показать полноценную работу, но, тем не менее, уже я для себя отмечаю позитивные ноты. Те недостатки, которые озвучивает Александр Валентинович, мы их неоднократно уже озвучили на различных площадках от общественной палаты до студии там, вашего эфира. В том числе нам всегда и глава администрации Дмитрий Осипов, и департамент городского хозяйства отвечали, что нет рез, нет желания, нет возможности, или, например, это вообще не требуется, вы вроде сотрясаете воздух. Но на самом деле, как мы видим, Дмитрий Осипов за буквально короткий срок нашел и средства, и желание, и возможность исправить те недостатки, на которые мы указывали. Это и там, ненадлежащее состояние пешеходных дорожек. Это и проезжая часть, которая не убирается, не чистится, не моется. Соответственно, все это мы мусолили несколько лет, но слава богу, что Александр Соколов обратил на это внимание с первых дней. Потому что, честно скажу, я сейчас нахожусь в другом регионе, в другом городе, и такого состояния запущения города, как в Кирове, я не видел давно. А вот вы говорите, нашел денег, быстро сделал. Вот, ну, правда вы заметили, что город за несколько дней чище стал, и, не знаю, тротуары в асфальт закатали? Что-то не знаю, если это и сделано было в каких-то единичных местах, но ведь это не решение проблемы. Это пока не сделано, безусловно, опять же, там, за неделю, за две точно не заасфальтировать все пешеходные дорожки, которые нуждаются в этом, не вымыть город, который годами просто не мылся. Это, по крайней мере, сейчас, насколько я знаю, ведется работа по как раз по ремонтам тех входных частей, которые требуются в ремонте, нуждаются в ремонте. Это и заключение контрактов различных и выход на торговые площадки. То есть, безусловно, за неделю этого ничего не сделать, не решить, но уже есть позитивные моменты в том, что это начали делать, начали прорабатывать, начали составлять технические задания. И думаю, что скоро либо по прямым контрактам, либо посредством закупок это все будут реализовывать. Понятно, что это за неделю, за две не делается ни в коем случае. То есть есть конкурентная конкурсная процедура, которую необходимо пройти. А вот вы у себя в Телеграм написали, что вот я все о том же Дмитрии Осипове, что, возможно, Соколов его уберет. А почему вы так решили? Только из-за одного совещания в правительстве, так мне кажется, он там со всеми строго разговаривает. Ну, на самом деле, не только из-за одного совещания в правительстве. Я, безусловно, там у меня есть информация, что Дмитрий Валерьевич зачастую поддается критике как раз за ненадлежащее состояние городского хозяйства в нашем городе. И, ну, опять же, если мы видим, что так часто выявляются недостатки в его работе, то обычно такие главы и администрации, там, и городов, и муниципальных образований, они очень скоро либо сами уходят, потому что не могут по-другому работать. А я повторюсь, там, Дмитрий Валерьевич занимает этот пост более 2 лет, и как мы видим, различные там появляются оправдания, почему то или иное не сделано. Хотя там найти средства на ту же там театральную площадь на Новый год 20 миллионов, они есть. А выделить там ГДМС на 120 миллионов, на 160 миллионов больше средств на уборку зимнюю, на зимнее содержание города, они есть. Но сердца почему-то нет.
Да, ДМС декларирует прибыль на своих счетах по результатам года. Это круто, здорово, но тем не менее эта прибыль откладывается из-за того, что город не убирается, город не чистится, снег не вывозится. Нам зачем такая прибыль нужна у муниципального предприятия? Мы хотим передвигаться по городу комфортно, здесь в чистом городе. Я молчу про то, что это колоссальный бред экологии с теми же там противогололедными реагентами, которые по весне и летом лежат у нас в природковой части дороги, то есть это вред и здоровью, и экологии, и животным, и так далее, там, ну и автомобилям, безусловно. Ежегодно мы на это указывали Дмитрию Валерьевичу, мне даже там приходили письма о том, что да, учтем ваш опыт и будем искать другие там реагенты, другие способы содержания зимой проезжих частей, но тем не менее, как мы видим, что все это просто отписка. А вообще, Денис, а какие есть способы? Ну вот смотрите, когда сыпали много песка, все были недовольны грязью. Сыплют реагенты, ломается техника, портится обувь. А какие альтернативы-то есть? Не знаю, с лопатой думаете, лед отбивать? Нет, вы думаете, есть только песок, а песко-соляная смесь и галит? Нет, безусловно, и давно уже прогресс шагнул вперед. Есть другие средства и противогололедные реагенты, которые могут намного снизить и расход их, и экономию может появиться, и, соответственно, не будет такой грязи, которая у нас ежегодно наблюдается в городе. Просто никто не хочет заморачиваться поиском новых, или в чем причина-то? Просто это дешево. Это возможность, опять же, заработать тому же ГДМС. Ведь средства-то, еще раз говорю, выделяются, и они в прошлом году были увеличены там, на 160 или 180 миллионов. Плюс, ну, наверное, заморачиваться никто не хочет, находя там новые подходы к содержанию, зимнему содержанию проезжих частей. Тот же Бионорд намного там лучше себя показал в те годы, когда мы его применяли. Да, он дороже, но он эффективнее. Вот тот же Галит А, про который там я более 2 лет во всех инстанциях там говорю, это ну, настолько вредное вещество, что просто мы еще не можем этого понять. Достаточно провести серьезную экспертизу, там независимо, все будет сразу же понятно. То, что она, этот галит, гололедный реагент стоит дешево, но вот мы сейчас как раз зимой это все видим, весной точнее, на уборке, которая должна быть на самом деле, которая присутствует в других там регионах и городах, намного больше средств тратится, чтобы потом очистить нашу проезжую часть, наши пешеходные дорожки, там, наш газон от тех остатков, которые от некачественных противогололедных реагентов, сфорклодированные на проезжей части, намного дороже средств потом необходимо потратить. Поэтому тут экономия-то, она, наверное, ну, мягко говоря, не совсем экономией можно ее назвать. Я, кстати, в этом году заметила впервые, видимо, действительно очень много сыпали этих реагентов. Тротуары весной видели, они оттаяли и были белые. Вы не представляете, что стало с автобусами, троллейбусами. Просто не представляете. Я лично спускался в яму, в канаву и смотрел снизу на днище наших автобусов, троллейбусов, что с ними стало. Я молчу про то, что уже и тяговые двигателя просто десятками выходят из строя. Почему и троллейбусов сейчас меньше на линии там наблюдается, как бы нас там не пытались в обратном заверить. Это как раз эффект того, что двигателя либо попадали туда там вот эти пары там реагентов, либо их затапливало на тех участках, где у нас отсутствовала там ливневая канализация, либо она забита, это традиционные участки у танка на Октябрьском проспекте, у администрации, у оврага Засора, как его называют. То есть мы много натягивающих двигателей просто загубили, как раз потому что курсировали по этим участкам. А прекратить движение нам никто не давал. Поэтому все это сейчас, я еще раз говорю, там экономия, это просто она на бумаге, да, на экономии. На самом деле, пресс, он просто колоссальный для... Денис? Да. Ага, да. Слышите нас. Денис, отошли мы немножко от кадров. Говорили об Осипове, и правильно я вас услышала, что, на ваш взгляд, перемены нужны в городе? Безусловно. В первую очередь, я считаю, что перемены нужны и в администрации города, и в департаменте городского хозяйства, и в первую очередь, наверное, там в отделе транспорта.
поскольку, ну, таких там неквалифицированных кадров, ну, наверное, долгое время у нас не было. Я не помню ни при одном начальнике отдела транспорта, чтобы случалось там за год несколько транспортных коллапсов. Ну, реально, ни при одном. Даже при Чичибабине, там, как бы я не хотел его упоминать, но такого не было. Поэтому и депутаты, ведь многие обращали на это внимание, но Дмитрий Валерьевич упорно пытается там сказать, что это лучше кадры, потому что он их там лично подбирал и так далее. Но, тем не менее, надо обратить все-таки, я считаю, что на кадровую политику администрации города там пристальное внимание. Все-таки я думаю, что есть у нас в регионе там кадры. Я про себя ни в коем случае не говорю и, честно скажу, там не хочу работать в администрации. Это вот, то есть там никто не подумает, слушайте ли, что я тут себе место выбиваю. Ни в коем случае. Я не хочу быть чиновником, я уже об этом говорил неоднократно. Поэтому кадры – это первое. И, наверное, самое главное, с чего нужно начать. А уже там новый глава администрации, если состоится такое, когда его утвердят там депутаты, он уже, я думаю, что должен будет подбирать команду из профессионалов, которые есть у нас в городе, пока есть. И я думаю, что с учетом мнений, в том числе, наверное, там и общественности, возможно, должен проходить также там в стенах администрации какой-то кадровый конкурс, чтобы люди знали, кто идет управлять тем или иным подразделением, департаментом, отделом к нам в администрацию. Ну, вот сейчас, я не знаю, мне кажется, провести голосование, никто из наших людей либо не знает тех, кто отвечает за городское хозяйство, да, там, за тот же транспорт, либо оценивают негативно эту работу. Ну, по крайней мере, я общаюсь с людьми и знаю, насколько там они негативно отзываются о тех или иных кандидатах. Я вот думаю, я много раз уже слышала от наших гостей-экспертов, ну, что вроде бы, да, надо там поменять руководство города, но вот смотрите, ну, привезет, возьмет и привезет Соколов кого-нибудь из другого города, и ведь опять начнется эта песня. Ну, что касается главы администрации, я все-таки считаю, что он должен быть, безусловно, местный, безусловно, проживший очень долгое время в нашем регионе, в нашем городе. И все-таки, наверное, все остальные кадры тоже должны в основном быть местные, потому что они знают наши, им не надо там, долгое время вникать в процесс, знакомиться с ситуацией, как мы обычно это слышим, да, что там вот я только-только пришел, мне надо знакомиться. Нет, человек должен быть уже здесь, человек должен понимать те проблемы, которые есть, и уже должен знать, придя на эту должность, как их решать. Потому что, ну что мы сейчас видим в последнее время там, в администрации, там меняются часто там заместители, да, приходит новый, говорит, это было не при мне, я за это не отвечаю, без обид, дайте мне время. Проходит год, человек меняется, приходит новый, он тоже так же говорит, там, я только вступил в должность, дайте мне время, я ничего там пока не понял. Ну, такие кадры нам, наверное, не нужны, при том, что там зарплаты не самые маленькие, я думаю, что можно достаточно там проще найти там квалифицированного. Вот я вам приведу пример, опять же, тот же начальник отдела транспорта, предыдущий, которого до Драчкова уволили, знаете, за что его уволили? Сейчас уже можно открывать там тайну. За то, что он начал вникать в работу подведомственных учреждений, в том числе там центральную диспетчерскую службу, и попытался первый раз, наверное, там за всю жизнь наказать дисциплинарно руководителя ТДС, потому что слетали очень часто программы, там не работал мониторинг сайта и так далее и тому подобное. Было очень много нареканий именно к работе ТДС. Но ему этого не дали сделать, его уволили. Вот за что он лишился должности. Хотя специалист он был неплохой, на мой взгляд. Наверное, один из лучших там, за последние 5 лет начальников отдела транспорта. Поэтому вот таким путем нельзя подбирать кадры. Говорим мы с вами уже много о кадрах, о том, что на них, да, нужно обратить внимание Соколову. А вот на какие вообще вопросы в сфере транспорта в регионе, вам кажется, ему надо обратить внимание? Что касается региона, то здесь, безусловно, необходимо в первую очередь обратить внимание на те районы, где вообще нет общественного транспорта. Это или где он уже погибает достаточно давно. Тот же Орлов, да, жители пишут неоднократно уже, немало писем, они написали, насколько я знаю, в Минтранс, и куда только не жаловались, о том, что убив муниципальное орловское АТП, бывший нелегальный перевозчик, сейчас он там его легализовали, он сразу же там на 20 или на 30% поднял стоимость проезда в населенные пункты
по району он не ездит, потому что ему выгоднее выпускать автобусы на Киров, потому что тут основной пассажиропоток и основной доход предприятия. Соответственно, сейчас там жители ущемлены, они не могут добраться там, до ближайших населенных пунктов. Также у нас есть другие населенные пункты, где уже там полностью прекратило существование там, легального общественного транспорта, там, Нагорск и так далее. А вот на эти районы, я думаю, что сейчас информация, безусловно, там есть в Министерстве транспорта, вот на эти районы необходимо обратить внимание в первую очередь. Плюс, если мы хотим качественный, нормальный общественный транспорт, помимо того, что помогают обновляться там, государственному предприятию, как КПАД, да, необходимо все-таки, наверное, поговорить об обновлении и частного общественного транспорта, потому что те цены, которые последние там, 3 месяца установлены заводами-изготовителями на 45%, превышают все превышают стоимость ранее приобретаемых транспортных средств. Соответственно, сейчас перевозчики не то, что там, не могут себе позволить новых автобусов, они их никогда не купят, даже если бы очень захотели, потому что ну, нет средств, и до этого не сильно обновляли. А в субсидировании вы говорите, да? Это, возможно, будет субсидирование. Возможно, регион приобретет по каким-то федеральным программам эти средства. Но на самом деле федеральных программ здесь немало. Только я там направлял несколько предложений там, правительства Кировской области в прошлом году. В том числе из резервного фонда правительства Российской Федерации по аналогии с регионами Кострома, Псков. У них транспорт был также примерно там, изношен, как и в Кировской области. Они написали заявку на правительство Российской Федерации, и им одобрили средства там, от 200 миллионов до 1 миллиарда рублей на обновление подвижного состава. Почему вас не услышали, как вам кажется? Были какие-то другие задачи? Когда я направлял эти письма буквально год назад, мне не последовало даже ответа от правительства Кировской области, я направлял письмо на Сюрина. Теперь я понимаю, скорее всего, что мое письмо дальше, чем там, в правительстве, залежалось, никуда не ушло, но сейчас мы видим, почему. Для того, если бы нам тогда помогла федерация и выделила средства, то, наверное, мы бы сейчас не смогли потратить 2 миллиарда рублей на обновление подвижного состава, как мне кажется. Не знаю, прав я или нет, но вот что-то мне подсказывает, что, наверное, мое письмо как раз оно было не к месту. Кроме этого, есть федеральная программа там, по нацпроекту БКД, можно обновить подвижной состав. Есть нацпроект экологии, чистый воздух, по нему также можно обновить подвижной состав автобусами на газомоторном топливе, либо электробусами, либо троллейбусами. Почему это все не прорабатывает? Потому что там администрация говорит, что подана заявка. Ну, мы эти заявки уже подавали 3 раза, только при мне. Для того, чтобы получить одобрение, нужно не просто заявку подать и потом неделю пиариться, мы подали заявку. Нужно сделать для того, чтобы эту заявку рассмотрели. Там есть перечень критерий, которые должны быть. Ну, а самое главное, все эти заявки, там, и даже если их одобрят проекты, это только часть городских перевозок туда попадает. То есть никакие межмуниципальные, междугородние направления, они не смогут там никогда попасть в эти программы, потому что там есть определенные там субфакторы для них. А их все равно нужно обновлять, потому что у нас, ну, Кировская область не заканчивается только городом Кирова, у нас достаточно там большое количество населения живет на территории Кировской области. И все-таки перевозчикам надо как-то помогать. Либо это будут льготы. Никто не говорит, что им нужно дать денег. Можно приобретать общественный транспорт на регионы, отдавать там в пользование и так далее. То есть всякие различные есть варианты, как можно обновить общественный транспорт. А просто взять, выгнать перевозчика и завести туда КПАД, ну, я думаю, что это точно не выход. Самое главное, немного затратим. По поводу приобретения новой техники уже начали говорить, но здесь много у меня вопросов. Ну, во-первых, наверное, вот какой. 51 новый автобус еще должен скоро прийти в регион. Вот, как показала практика, первая партия новых автобусов, ну, такое ощущение, что транспортных проблем основных-то никак не решила, да? Ну, то есть, я езжу на автобусах и... Ну, на мой взгляд, ездим мы все точно так же плотно, просто в новых автобусах, да. Вот
эти вот 50 машин, они смогут какие-то проблемы решить или нет? Ну, здесь смотрите, что касается того, что проблема не решила. Ну, во-первых, эти автобусы практически все на 95% курсируют в одном направлении в сторону Нововятска. Я не говорю, что это плохо. Безусловно, это, наверное, здорово, потому что Нововятские направления очень долго жаловались на общественный транспорт. Но мало было просто купить автобусов. Те ожидания на конкурс по расторговке маршрутов, в кавычках, да, было составлено так, что минус 10 автобусов с этого направления ушло. Если раньше там пассажиры ездили, пусть там на старых автобусах, но их количество было намного больше, ну пусть на 10 единиц достаточно там, для Нововятска неплохое там, количество, то в этом году в новом конкурсе на 10 автобусов в сторону Нововятска курсировать меньше. Поэтому люди вынуждены толпиться в автобусах. Плюс мы все помним, там, в январе, когда была жесткая нехватка водителей и кондукторов, автобусы не выезжали. Опять же, там, это все только в одном направлении все равно автобусы курсируют. По городу их в основном нет, только те, которые мы покупали в АТП. 18 автобусов за 2 года моей работы не смогли приобрести, но нам, к сожалению, там никто не дал средств на это. И сейчас эту проблему, ну, наверное, не столько решит, сколько опять возможен очередной коллапс из-за того, что будет передел рынка. Я уверен, как бы там администрация не пыталась нас всех заверить, поскольку им уже верить ни в коем случае нельзя. Все-таки часть маршрутов, скорее всего, там самых рентабельных, там первый, 23-й, будут перераспределены в пользу КПАД. Соответственно, кто-то из водителей кондукторов перейдет в КПАД, кто-то не перейдет ни в коем случае, потому что им нравится работать, например, в АТП, да, и опять же будет наблюдаться кадровая нехватка в КПАДе, пока они не наберут старт. Денис, а это вот что такое? Это и есть создание той самой единой транспортной компании, только немножко другим способом? Ну, то есть, если у одной компании все время забирать маршруты, то ведь она будет жить все хуже и хуже? Конечно. И, честно скажу, у АТП уже незавидные перспективы. Даже по этому году, я думаю, что вряд ли они вылезут с такими долгами и выстоят. Я думаю, что это, ну, во-первых, полный непрофессионализм тех, кто принимал решение. Как-то оживить одну компанию КПАД за счет убийства АТП, да, когда АТП было намного крупнее КПАДа, ну, наверное, это просто маразм, не побоюсь этого слова. Что я предлагал сделать, да, ну, во-первых, эти там 51 автобус можно было все-таки направить в АТП. Тем более сейчас один директор из КПАТИ в АТП. Я к тому моменту уже ушел еще задолго до того, как был объявлен конкурс, и как были деньги выделены КПАТ. Я предлагал правительству все-таки, я ухожу, задумайтесь, чтобы средства дать АТП, и АТП бы уже обновилось. На самом деле вот эти там 50 автобусов для АТП было бы просто колоссальным спасением. Так а может нет задачи спасать-то? Ну, возможно, ну, безусловно, да. Первый вопрос напрашивается этот, да, первый ответ, точнее. Задача спасать, скорее всего, АТП нет. Что сейчас я вижу, что нужно сделать, чтобы не утопить АТП, поскольку те, кто принимал решение, скорее всего, там, в ближайшее время все равно должности свои покинут, да, извини, не надо что-то разгребать сейчас. Сейчас я вижу единственное правильное решение, это все-таки, как было намечено там задолго до этой ситуации, слияние АТП и КПАД, и уже вот общим объемом новых автобусов часть городских маршрутов, там большую часть, можно было бы закрыть. То есть что есть у АТП? У АТП есть ресурсы в виде кадров, в виде производственных баз, потому что у КПАТа сейчас эти 51 автобус никуда не поставить. Нет места для них просто. Они будут все равно стоять, скорее всего, в АТП, платить там за это деньги и так далее. То есть, ну, непонятно, что вообще там творили люди, которые принимали это решение, но бог и судья. Сейчас, чтобы не утопить это предприятие, все-таки нужно поднять вопрос об их слиянии, потому что иначе АТП не выживет. Как бы там я ни относился к монополизации рынка, к слиянию этих крупных предприятий, но сейчас другого варианта я не вижу просто. Ну, либо просто выделить деньги для АТП, но, наверное, вряд ли спустя там 2 миллиарда непонятно куда кто-то сможет это одобрить. Либо мы снова увидим нехватку
автобусов в нашем городе, к сожалению. А вот сейчас эти новые 50, я так понимаю, ну, они будут заменять какие-то старые, которые на маршрутах ездят, да? Ну, иначе что, им стоять и простаивать? По моим расчетам, старых у КПАТа осталось там не больше 10 единиц. То есть, ну, заменят они 10 единиц, и то, скорее всего, их менять не будут, потому что они относительно старые. Там, взять и просто выкинуть автобусы, потому что они бушные, ну, нельзя ни в коем случае. Они еще достаточно пригодные для дальнейшей эксплуатации, их можно использовать и так далее. То есть, ну, пусть даже они 10 заменят, 40 автобусов останется. Других маршрутов у них для 40 автобусов нет. Следующие конкурсные процедуры будут к концу года, в худшем случае, может быть, и раньше, но, тем не менее, контракты начнут действовать с 1 января следующего года. То есть миллиард будет стоять у забора, ну, наверное, как-то жирно. Ведь этот миллиард, это на самом деле не бесплатный. Про него нужно будет отдать 400 миллионов процентов за 15 лет. И слишком дорого получится просто этим автобусом простаивать. Если администрация будет там, ну, в сговоре, да, с КПАТом, что мы, в принципе, наблюдаем, да, периодически, то, наверное, они попытаются сейчас с кем-то из перевозчиков расторгнуть контракт. Сейчас с тем же АТП можно расторгнуть контракт по формальным основаниям. Они не выполняют условия муниципального контракта уже достаточно долго. А там, по-моему, 2 месяца невыполнения, можно расторгать контракт. Заберут часть маршрутов у АТП, отторгуют их снова. Как я уже говорил, скорее всего, 1-23. И все, у КПАТа будет все хорошо. А у АТП будет все плохо, у других перевозчиков, в частности, там, ну, примерно плюс-минус так же останется. Это вы сейчас рисуете какую-то прям страшную картину, или это то, что, на ваш взгляд, действительно скоро будет? Я думаю, что это все-таки будет. Что могло бы сделать, могла бы сделать там администрация, зацепившись за свое предприятие, а АТП это все-таки их предприятие, да? Это на там, те же 40-50 автобусов большой вместимости у КПАТ провести конкурсные процедуры, забрав часть маршрутов у частных перевозчиков. Но у них нет такого количества маршрутов под большой класс. Там нет смысла выпускать на тот же 11-й маршрут, да, где ездит там 10 человек за рейс, а автобус большой вместимости. Это будет катастрофа и утопия для перевозчика. Соответственно, сейчас частных перевозчиков, ну, там 1-2 маршрута, ну, машины на 15, на 20, возможно, что-то и можно кого-то пододвинуть. Но где гарантия, что в частных перевозчиках водители с концера перейдут там, в КПАТ или там, в АТП? Они, скорее всего, там, идут работать в другую сферу. И, к сожалению, так и произошло, когда ситуация случилась в январе этого года. Не все ушли там, работать в другое предприятие. Поэтому компромиссный вариант, вот я вижу только один, влияние этих двух предприятий. И опять же, тут уже даже не стоит вопрос, хорошо это или плохо. Возможно, это будет плохо в плане управления, потому что тяжело управлять таким крупным предприятием, тем более еще и троллейбусы. Но другого спасения я для АТП пока не вижу. Слишком долго напитывали КПАТ объемами, деньгами, чтобы сейчас АТП боролся с ними. Ну, КПАТ сейчас, как это не парадоксально звучит, любимая жена, да, была у правительства много лет. Ну, похоже ведь, к этому все и идет. Просто если изначально, когда говорили прямо об объединении, то были какие-то вопросы и сомнения, то теперь, когда АТП станет настолько слабым, что деваться уже некуда, то вроде бы и да, действительно. Ну, опять же, там то, я вот всегда, у меня была улыбка в комментарии там того же представители там администрации города Кирова, того же Драчкова, да, что там мы ничего не знаем. Да все они знают. Эти планы у меня есть, вот я просто не могу этим поделиться, но у меня есть бумага, серьезный документ, еще с прошлого года, датированный, отправленный Минтрансом в правительство, где сказано, что маршруты, ну это еще под ту же кубку готовилось, маршруты 1 и 23 должны быть оккупаты. Ну, смысл отрицать это, когда у меня это есть за подписью директора КПАТ. Ну, зачем вот этот там цирк устраивать? Я их планы знаю наперед. Ну, вот, стройте себя дурака, но это, кстати, вот, ну, наверное, там, единственный конек чиновнику администрации города Кирова.
сказать, что я ничего не знаю, я там ничего не в курсе, но мне лично Брачков говорил, что я здесь не виноват, это Минтранс все сделал. Минтранс говорит, мы вообще не влияем на закупки администрации города. То есть, ну, переваливать друг на друга, это здорово, конечно, но проблему-то эти не решить. Слушайте, у нас поэтому... всего 2 минуты, Денис, но вот не могу не спросить по поводу того, что вы знаете их планы. А вот информация ваша о том, что троллейбусные маршруты будут сокращать, это то, что вы тоже точно знаете? Это, да, это я знаю, это проходили совещания в администрации, Драчков предлагал, как я и писал, там точно сократить 14-й маршрут троллейбуса, а точно хотят убрать 88-й автобус, ну, по 88-му автобусу мне лично направляли бумагу, чтобы я не выпускал должное количество автобусов, чтобы его потом закрыть, чтобы пассажиры от него отвлекали. То есть это не секрет. Хотя я сопротивлялся, я просил, чтобы 88-й маршрут вот такой ни в коем случае не отдавали, а оставили у перевозчика прежнего, чтобы он его обслуживал. А по троллейбусам, думаю, что все-таки около там, 10 единиц в следующий год все-таки сократят. А, и если не произойдет глобального обновления, то ежегодно, наверное, будет на такое же количество снижаться. То есть это будет постепенно, не так, что вот мы взяли и закрыли 14-й маршрут, а просто потихонечку убирать троллейбусы и так, что люди, в общем-то, но... и не заметят, да, что чего-то не стало. Я думаю, заметят, безусловно, чем больше, ну, то есть, чем больше маршрутов у предприятия, тем нагрузка распределяется на большее количество машин. То есть, если сейчас убрать те же 10 троллейбусов, соответственно, остальные маршруты, они также станут там, еще более там, нерентабельными. Соответственно, там, крах троллейбусному предприятию придет быстрее. У нас, Денис, сейчас перерыв на рекламу. Вы не отключайтесь, пожалуйста, буквально через минутку мы вернемся в эфир. Да, хорошо. Особое мнение на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова, а в гостях у нас, точнее, на связи с нами по телефону общественник, бывший генеральный директор Кировского автотранспортного предприятия Денис Пырлок. Денис, слышите нас? Да, слушаю. Да, Денис, начали мы с вами говорить о новых автобусах, которые по городу ездят. Хочу еще немножечко эту тему продолжить. И вот один из вопросов, он такой, может быть, мелкий и забавный, но задам вам его, потому что сама на этих автобусах часто езжу как раз в Новоярском направлении и все время удивляюсь, почему это так. Ну, то есть этот автобус от остановки до остановки едет криво, ну, правда, он наклоняется в один бок. Но когда он подъезжает к остановке, он встает пряменько. И вот я думаю, а не наоборот ли должно быть? Ну, вообще, по-правильному, да, система Книллинга должна работать на остановках именно наклон автобуса в сторону остановочной площадки. А здесь я тоже замечал у этих автобусов, именно у этой модели автобусов наблюдается данный дефект. Я задавал вопрос, в том числе, там, техническим специалистам. Мне пояснили, что не все водители еще научились пользоваться системами автобусов, но мне кажется, что здесь проблема кроется немножечко там в другом. Я думаю, что это все-таки какой-то технический сбой, техническая неисправность, которую там необходимо донастраивать. Ну, вот, честно, да, ну, водитель же сам чувствует, что у него автобус криво едет, и это не может так работать, ну, каждый раз и всегда. Ну, один раз ошибся, но второй-то ведь раз правильно проедешь. Ну, поэтому я и говорю, я здесь не могу сказать, я вот данный автобус там никогда не эксплуатировал, не могу сказать конкретно, в чем здесь неисправность, но точно думаю, что, наверное, дело не в водителях, потому что, ну, слишком уже много времени прошло, там, полгода, да, сколько эксплуатируют эти автобусы. Я думаю, что все-таки тут дело в небольшой технической неисправности, которая не влияет на безопасное движение. Но, тем не менее, когда мы видим, что нагрузка идет на один бок автобуса, безусловно, та сторона будет намного больше подвержена там, различным повреждениям и так далее там, в будущем. Еще вот не знаю, видели ли вы новость о том, что КПАТ списывает 28 старых ЛиАЗов.
Вот, ну, возможно, будет неправильно спрашивать, и, возможно, вы не знаете, куда эти лиазы могут быть направлены, или что вообще может с ними произойти, но вообще, что значит списать 28 старых лиазов? Списать — это уже в утиль, или их можно куда-то пристроить, продать, отдать в районы? Как это вообще работает? Ну, вообще... Начну с того, что это не самые старые лиазы. В АТП есть автобусы намного старше. Но большая часть из этих автобусов, вот те из них, которые хотят списывать, да, там, в кавычках, это автобусы, которым 11 лет. Ну, 10-11 лет. Соответственно, в АТП до сих пор эксплуатируется часть автобусов, которым от 13 до 15 лет. И они, ну, пусть и, наверное, технически там в таком... не в самом лучшем состоянии, но и внешне, там, и внутренне, они еще, там, в принципе, могут эксплуатироваться. Я помню там времена, когда средний возраст автобуса в Кирове был 15 лет. Ну, пусть они старые. Ну, то есть это, я думаю, что делается от жира. Есть новые автобусы, зачем вкладываться в старые, да, там, относительно старые, которые там можно списать. Это точно не профессионализм. Эти автобусы можно либо попробовать продать, если есть такая цель, но что-то мне подсказывает, и в принципе я в этом убеждался, когда предыдущая партия была списана, там, по-моему, в начале года, если не ошибаюсь, около 40 машин списали также, плюс-минус такие же автобусы были. Их можно было легко продать, но никто этим заморачиваться не хочет, потому что дешевле намного и проще сдать металлолом, а металлисты уже на этом наварятся и заработают и так далее. А в районы отдать? Так тоже не делают. В районе автобусы большого класса ни в одном у нас не курсируют, они там просто не нужны, они там просто не проедут по тем дорогам, которые есть в районах. А самое главное, это в три раза дороже их эксплуатировать, чем автобусы, например, среднего или малого класса. Поэтому в районы точно их никуда не отдать. Пригодиться в Кирове они, ну, наверное, могут, если только на пригородных направлениях того же КПАП, опять же, при условии там того же слияния с АТП, часть автобусов бы могли заменить АТП, а часть автобусов, вот эти же там 10-11-летние, можно было бы, в принципе, использовать на пригородных направлениях. Они имеют высокий уровень пола, не низкий пол, как там сейчас новые выкупили. Соответственно, там по тем сельским дорогам, которые есть там, у нас в городе, в Кировской области, им было бы намного комфортнее курсировать. Я считаю, что нельзя списывать отбульно вот так вот автобусы достаточно не самым большим сроком эксплуатации, и его можно либо, как я говорил, приготовить к продаже и продать, есть регионы, где его, мне кажется, радостно взяли за нормальные деньги, либо их все-таки нужно там оставить до лучших времен, законсервировать там, и так далее, потому что, ну, опять же, там, повторю, 2 миллиарда дали, но больше, я уверен, денег не будет в ближайшее время, в ближайшие несколько лет. В ближайшее время будем отдавать. Да, новые автобусы, они не вечные, они тоже могут ездить очень быстро. Денис, тут осталось у нас вот 6 минут буквально. Хотела вам задать вопрос. Может быть, мы до конца эфира об этом как раз и поговорим. Вы много ездите по другим городам. Сейчас, как я понимаю, вы тоже не в Кирове, да, где-то в другом городе. Вот что есть хорошего, не знаю, простого в организации транспортного движения там, где вы бываете, где вы сейчас, что можно было в Киров привнести, при этом там без больших трат, без всех этих серьезных долгосрочных проектов? Ну, вообще, вот если начать там даже с той же инфраструктуры, про которую я, опять же, там неоднократно говорил, когда администрация там решила почти 4 миллиона потратить на одну остановку, когда у нас остальные остановки представляют собой там нечто хуже, чем мусорная площадка, то можно было бы достаточно менее затратно, либо вообще не затратно для бюджета, отдать остановку в ту же концессию. Там, администрация, ну, вот, об этом, да, задумалась раз, только 2 недели назад, а я об этом уже 2 года, там, в том числе и писал неоднократно по аналогии там, с другими регионами. Вот мне нравится часть остановок в Ярославле, здесь они сделаны все в одной стилистике, есть остановочный комплекс, площадка, есть, ну, киоск, да, так называемый, соответственно, все они выполнены примерно там плюс-минус в одной там и цветовой гамме и одинаковые там материалы. Соответственно, я так понимаю, что, скорее всего, это тоже там некая концессия была когда-то заключена. И более того, вот владельцы этих киосков, они как раз брали на себя обязанность содержать их в чистоте, содержать их в
состоянии там зимой. Что мы видим там на наших остановках зимой? Ну, это просто там бардак. Когда те же киоски были там 5 лет назад, было намного комфортнее к ним передвигаться, и снег убирался, и остановки чистились и так далее. То есть вот это те вещи, которые можно сделать, не выделяя там бюджета вообще ни копейки. Но тем не менее, там, сколько мы просили администрацию задуматься над этим, только в последнее время кто-то начали думать. И то, непонятно, доведут до конца, они эту идею или нет. А вот интересно, в нашем городе, в небольшом, да, по сравнению с Ярославлем, может найтись вообще кто-то, кто готов был за это взяться? Ну, концессионеры, я уверяю, у вас есть, но вопрос условий. То есть, если ему скажут так, вот мы даем тебе землю там, или сноску на 3 года, то понятно, что не один там. Это же мелкий бизнес. У них таких средств там, больших нет, чтобы построить остановку, а потом тебе потом через некоторое время скажут, извини, дорогой, спасибо за работу, но давайте до свидания. А, к сожалению, у нас так очень часто бывает. Я знаю там, ну, несколько перевозчиков, которым в администрации говорили одно, они спасали ситуацию, спасали положение, а потом к ним поворачивали спиной, и перевозчиков этих там выгоняли с рынка. Поэтому здесь примерно такая же ситуация. У меня почему-то в голове 19 лет, где-то я, видимо, видела эту цифру, но не буду врать, но такое ощущение, что это не так. Я думаю, что кроме владельцев киоска, здесь есть еще другое количество предприятий, там малость, которые могли бы это взять, это рекламное агентство. То есть не обязательно иметь киоск на остановке там содержащего. Можно построить остановку и размещать там красивую, нормальную рекламу, чтобы это были какие-то там световые короба и так далее и тому подобное, либо там телевизоры. Ну, то есть это все работает в других городах. Не обязательно просто там заниматься торговлей на остановке. Mm-hmm. Можно, как я уже сказал, там заниматься рекламой. Но у нас же как обычно бывает, там, на рекламе хотят заработать муниципалитеты, и они не дают сильно жить там рекламным агентством. Еще что хорошего, кроме остановок, есть в других городах, но нет у нас? Ну, содержание. Как я уже говорил, вот в том же Ярославле, там пусть по дорогам, конечно, наверное, ситуация немножечко похуже, чем в Кирове в последнее время, но содержание этих дорог, пешеходных частей, проезжих частей там, и тех же остановочных комплексов, оно здесь достаточно на высоком уровне. Можно весь день ходить там в белых туфлях, в белых кроссовках, и они останутся к вечеру практически те же белые, потому что здесь, в принципе, там это содержит, в чистоте убирают, озеленяют, когда надо. Я удивлен большому количеству зеленых насаждений здесь. Все это ухаживается и так далее. То есть, город красивый, город, в котором, наверное, хочется жить. Слышите, я лучше при слышать кировчанам, что в Кирове дороги лучше, чем в Ярославле, это, наверное, не просто приятно, это почти нереальным кажется. Ну, есть, да, я не скажу, что прям все, но вот я вижу, что в Ярославле в последнее время немножечко дороги, наверное, подзапущены, но здесь тоже новый брифинг губернатора, я уверен, что он эту работу наладит. Также у них там новый глава администрации, наверное, в ближайшее время изберется. Я думаю, что здесь все, в принципе, в этом плане будет получше намного. То есть они отыграют все те недостатки, которые были сформированы до этого времени. Они просто когда-то в свое время успели уйти дальше. Возможно. Но здесь же мало просто там сделать хорошие дороги. Нужно еще грамотно содержать. Вот грамотным содержанием, там, мы с вами уже говорили, что в Кирове есть провал. А вот как раз об этом ведь и говорил Соколов, и за это и ругал Осипова. Именно об этом он говорил. Совершенно верно. Мало построить на федеральные деньги дороги, то есть, федерация дала денег, да, есть БКД, но надо ведь еще за ними качественно наблюдать, относиться, содержать. Ну да, когда из дворов грязь на них выбегает, то... Денис, закончилось наше время. Спасибо вам большое. Ну, по телефону, конечно, сложно разговаривать, не видя друг друга. Ну, вот попробовали мы такой формат. Да. Приеду, да. Да, приезжайте и приходите к нам в студию. Спасибо вам большое. Доброго дня всем слушателям. Да, спасибо, до свидания. Особое мнение на 101 FM.